Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием House 1. Это ужастик с очень странной машиной, почему ее так крутит? Такое чувство, будто весь мир крутится, а не эта машина. Дом. Па-да-па-да-па-дам. Ты видел это? Нифига! Да на самом деле это не столь страшно. Ой, дядька, пишущий какую-то хрень, трясущейся рукой. Вот это страшно! И рядом Мишка, вот это страшно! И там на кровати. Вот это страшно! Ладно, молчу. Окей, он говорит, что типа я заказал этот дом, и я надеюсь, что все будет нормально, он мне кажется достаточно страшно, да, в принципе, да, почему нет. И я буду, надеюсь, что все будет норм. Мне кто-то постучался в дверь. У меня есть фонарик, у меня есть камера, точнее не камера, у меня есть картина. Нажми F, чтобы включить фонарик. Почему я не могу уйти? Почему я не могу уйти с кровати? Уйди с кровати. С кровати уйди! С кровати уйди! Что сейчас было? Что сейчас было? Я не испугался. А. У-у-у. Мне кажется, ли я вижу чью-то лапу? Чё мне делать? Это одна из игр типа ФНАФа? Я не знаю, чего жду от этой игры. Возле меня появился знакомый мужик, меня это не радует. День два. Окей. Видимо, больше ничего в этот день не произошло. Появился голый черный мужик и все. И дальше ночь была прекрасной и радостной. Последняя ночь была очень странная. Я слышал, кто-то стучался в мою дверь, но я понял, что это должно быть свет. Ой, ветер, конечно. Потом у меня выключился свет, потом поэтому я должен купить еще одну. И по какой-то причине здесь нет интернета или телефона. Нет интернета! А как же ВКонтакте, мемасики? Что же я буду делать без них? Кто-то пернул в ведро. Ты опять встанешь и будешь... Ты дай мне походить! Что это? Странно. Неужели это... Кровь? Нет! Это кетчуп! Много-много кетчупа! И что-то мне кажется, что скоро из тебя тоже потечет кетчуп! Если я не пойму, как играть в эту... Не стучи в мое окно, придурок! Я тебя не звал! Иди в Макдональдс! Ладно, это шутка была бога, я знаю. Что я должен делать? Я не понимаю! Окей! У меня есть фонарик! Прекрати шептать на меня! О, дерьмо! Я могу что-нибудь? Телекинезом! Закрой дверь! Телекинезом! О, боже мой! Влетел какой-то дядька, главного героя задушили, и все. И главный герой мне нравится, он вообще никаких эмоций не выдает. Он такой, о боже, нет, нет. Что довольно странное происходит. Последней ночью кто какой-то странный звук пробудил меня. Я видел кровь. Может, у тебя эти дни... Ладно, ужасная шутка, я знаю. И также на двери. Зл думает, что я здесь не один. К счастью, электричество вернулось, но телефон все еще нет. Должно быть, что-то происходит этой ночью. А, если что-то произойдет этой ночью, я ухожу. Мне нравится, справа написано «Вирт Михайловский». 4-23-47. Че это? Ок. Я могу наконец ходить? Я хочу ходить. Мне нравятся игры, в которых я могу ходить, а не сидеть на кровати. Ну или... О! Вау! Ух ты, я имею руки! А фонарик? Видимо, я обменял руки на фонарик. Я могу взять стул. Нифига! А кинуть? Все, он прилип к моей руке. Бойтесь меня, бабайки! У меня есть... Ничего себе, я какой мышцовый пацан! Смотри! Ха! А, окей. Мне нужен свет! Я могу открывать всякие штуки.
Что только что произошло? Меня почему-то резко прям офигеть как затрясло. Окей. Ну что же, вперед. В меня стрельнул кто-то с лазера? Это Doom или ужастик? Ладно. По-моему, меня кто-то пнул. А, меня тащат. Молодой человек, подальше немножечко. Я не знаю, что не так с этой игрой. Почему она такая странная? Я подошел посмотреть вниз, потом меня кто-то толкнул. Меня буквально кто-то толкнул, началось с камеры трястись. Только давай на меня никто... Help! Кому помочь? Готов помочь? Кому помочь? О, нет, направо, налево, направо, налево. Да похрен, направо. Я надеюсь, это правильный выбор. Здесь и свет. Свет — это круто. Help. Только не говорите, что я хожу по кругу. Но нет. Я не могу повернуться. Я не могу повернуться направо. Почему я не могу повернуться направо? Окей. Там я не мог повернуться направо. Ладно, пойду прямо. Эта игра очень криповая. Я тебе скажу. Она странная и пиздец какая криповая. Я понял. Темнота не бро. Окей, достаточно легко это... Я не могу идти. Я устал. У меня кончился фонарь. А что будет, если я буду без фонаря? Мне кажется, мне будет жопа. Я могу бежать? Я могу бежать. Погнали. Давай. Я все еще не могу поворачивать направо! Я не могу никуда уйти, я не могу прыгать, я не могу присаживаться! Я не могу светить фонариком. Ничего! Где я? Это труба! О, я в канализации. Окей. Я понимаю, я должен идти назад? Но где назад? А, вот. Батарейки или что-то вроде того. Ладно, вперед в темноту! Уии! Да похрен! Темнота, иди сюда! Вы мертвы. Окей. Ладно, попытка номер два. Сейчас попробуем снова. Дайте мне свет. Почему его так трясет? Вот, все, свет появился. Пойдем со мной. На этот раз. Меня... Я не понимаю, кто меня толкает? Эй! Стул! Бро! Добрый вечер. Почему вы выходите из земли? Вот этот момент, когда ты появляешься прямо возле его лица. Это странно. У меня, кстати говоря, теперь 3 из 3. У меня 3 из 3 батарейки. Ху-ху. С таким количеством батарейки я могу мир покорить. Темнота справа. Понял. Значит, теперь мистер Стул поможет мне найти все, что мне нужно найти. Главное не воткнуться в темноту, которая иногда убивает. В скобочках всегда. Уи! Уи! Ухи-хи! Зато у меня есть друг. Я назову тебя Джонни. Стул по имени Джонни. По имени его. Что такое? Что происходит? А? Что? Я не понимаю. Я шел правильно, все нормально, и вдруг ему плохо. Логика, ты где? Я не вижу. Вставай. Хватай. Да. Мишка пойдет со мной. Мишка. Ладно, видимо, Мишка меня прокидывает. Мишка не хочет идти со мной. Уи! У меня новый друг. Почему меня всегда должны скидывать туда? Я и сам готов туда спуститься. Слышь, дядь!
Хочешь сумку? У меня есть сумка. Здравствуйте. Ладно, пойдем отнесем темноте сумку. Может быть, в этом наша задача? Может, темнота собирается куда-то в отпуск, и мне нужно отдать ей сумку для этого. Я не знаю пока для чего, о чем эта игра. Пойдем налево. Я шел вперед, была жопа. Я шел направо, была жопа. Я пойду прямо. Напрямо мы пойдем, точнее вправо мы пойдем, точнее влево мы пойдем. Ладно, не пойдем, мы пойдем в другую сторону, потому что я не знаю, просто я могу, а поэтому иду. Видимо, темноте не понравился мой подарок. Я почему-то устал. А, да, я устал. Темнота у меня есть вечно крутящийся. Не кричите на меня, женщина! Да я забрал вашу сумку, ну и что? Она нужна мне! Видимо, это владелец этой сумки нашел. Стоп. А я ждал Кругаля, и сейчас, если я выйду, я прям в темноту войду. Поэтому нет. Окей, я был неправ, он находится со мной прямо! Я вижу ее сзади! Сумка со мной! Ладно, я не смог забрать сумку. Я в сумку! Не трогай меня! Прикинь, случилось! Она действительно захавала сумку. Видимо, это монстр-криптоман! Я пришел! Что это? Hello, everybody, my name is Markiplier. What the fuck? Что? Привет, мое имя Markiplier. Да здравствуй, мое имя Виндяйрус. И походу сейчас меня заберет темнота. Тут выход вообще есть? Вот. Ну что, вперед на поиск темноты. Я не вижу других вариантов. Я ничего вообще не вижу. Эй! Бабайка! Слышь, я готов! Давай обнимемся! А то что, все, хана. Фонарик кончился, восстановить не могу. Жопа это дерьмо! Слушай, подожди, дай я проверю. Прикинь, хромакей даже не слетел. У меня рука трясется от этого дерьма. Вы чё, охренели там все, что ли? Джексептикай! Ёб твою мать, придурок! Ладно, я знаю, Джексептикай найс! Ну ма... где выход отсюда? Где я вообще? Зачем я здесь? Как же он громко орёт! Как он громко орёт! Я не шучу! Я серьезно выкину наушники, потому что это пиздец, как было странно, крипово и неожиданно! Мать твою, труба! Слушай, твою... Ладно, пойдем налево. Если сейчас еще будет какой-то шум, то я же охренею. Кнопка! Кнопка! Вам нужна карта! Да пошел ты в жопу со своей картой! Задницу свою подставь, пусть заработает, да блин! Я же карту нашел, точнее, я же место даже нашел. Я же Джейка нашел, я же Марка нашел. А бабайку не нашел. Вот это. Да, 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 да! Ты-то мне не нужна! Бро! Ладно, ребята, я думаю, на этом мы на сегодня и закончим. Я не знаю, это игра. Это игра, это просто шок. Она страшная, она интересная, но не знаю, хотите ли вы больше ее на канале, потому что я не уверен, что вообще здесь делать. Я не знаю, то есть канализация, монстр, Марк, Джек. Да. Но я нашел только одну точку, в которой мне нужно пройти, и мне туда нужна карта, которую найти непонятно где. Ладно, ребята, напишите в комментариях, хотите ли вы видеть еще этой игры, а мы с вами увидимся в следующих видео.